Ну что же, всем привет! Сегодняшний стрим будет по игре Ведьмак 3 Дикая Охота. Я в нее уже поиграл часов 6-7, не знаю сколько именно, и запускаю, конечно, некоторый немного неопределенный момент прохождения сюжетной части. Так, сделаем игру чуть-чуть потише. А сейчас я выполняю линию квестов с Красным Бароном и тем, что он убил своего нерожденного сына, его сын превратился в вот такую хозябру. И у меня было два варианта, либо убить его, либо попробовать зачаровать, и вроде как это более светлый вариант. Не точно, но как бы вот возможно. Возможно, у меня что-то и не получится, но мне кажется, такой вариант голодные стрики. Откуда вот тут дырки? Ну, дырки на смысле баста. Вот, из труда не попадает. Большинстве своем. Хотя, ну, такое. Знаете, ведь я играю, по-моему, на второй сложности, где юзается регенерация с медитацией, поэтому, в принципе, подобные ситуации не очень сложные. Так. Да. Так. А, в принципе, у меня сейчас далеко не самый лучший пресет персонажа даже среди исходных артефактов, но мне они почему-то очень нравятся. То есть у меня, допустим, есть какой-то топор, который довольно мощный, но при всем при этом вот этот меч я выбил, убив одного из представителей темной охоты, и, не знаете, он такой клевый, сильный. Мне прям нравится. Просто взгляните на него. Успокой его как-нибудь. Так. Так лучше? Успокой. Да, хорошо. Вот, посмотрите, на нем еще зачарованные руны, но он просто офигенен. И, вернее, руну-то вставил в него я сам. Я ничего, а тебе. Да, и камзол у меня, конечно, довольно полнящий моего ведьмака. Но что поделать, что поделать? Он тоже как бы является таким что-то типа уникальным доспехом, ну, по крайней мере, редким. Ну и страшный же этот. Страшная же эта мразь. Очень страшно. Снова напали. Да, хорошо. Ну, как-то их много нападает за раз, и я прям совсем прохватываю. Так. Давайте съедим немного хлеба. И еще чего-нибудь. Да, потому что... Призраки хотят... Легко довольно, как бы, станлочится, потому что любая моя атака против них это в первую очередь станлок, но... А, блин, вот это я обожался. Но они довольно быстрые. Поэтому если начинают свою серию атак, то мне становится очень тяжело с ними. Блин, и я, видимо, облажался. Да. Похоже на то. В итоге этот... И Гоша превратился в ту еще мразь. Ну, урон она получает прям совсем маленький. И, как я понимаю, не станлочится. Угу. Да, и просто как бы... 3 единицы, 7 единиц. Так, может, вот это будет лучше? Да, смотрите, это куда, по-моему, получше. Либо я ошибаюсь, но... А, ладно. Anyway, как говорится. Нет, это вряд ли. Нет, все правильно. Все правильно, надо именно этим мечом серебряным и драться.
Но все равно он какой-то слишком плотный. У меня жизни не так много. Надеюсь, за это дело я получу достаточно денег, чтобы хотя бы окупить еду, потраченную на это действо. Он еще уклоняется. Не. А мне еще меч так неудобно сломанный. Он как раз сильно серебряный, хотя я могу и ошибаться. Нет, мне кажется, именно серебряный. Поэтому я не вношу достаточно ДПС. Так, одну треть несли, дальше как-то чуть-чуть полегче пойдет, я думаю. Мощный. Чего? Почему я не могу на нее напасть? А, призраки или что? Или а, у нее, она перешла во вторую стадию, ясно. И что, он теперь просто так хилится? Не слишком ли он кажется это неправильно каким-то? Так, я застрял, ну-ка. Отстаньте. Не, не. Все, упрыгиваем. Ну не, ну не, это просто без шансов. Надо сначала с призраками хоть как-то расправиться, но у меня просто даже еды нет. Еще постоянно камера прилипает вообще не туда, куда нужно. Да. Магия тут не спасает. Пробовать так потихоньку по одному удару наносить тут какой-то ДПС по физеркам. Ну их всего три, если они больше не будут респавниться, то, конечно, как бы клево, но без этого надо добить как-нибудь. А, это даже совсем не клево вышло. И магия слишком долго кулдаунится. А еще, да, еще вот после каждого переката у меня проблемы по этой части. Так. Critical Strike. Самое печальное, а, то, что, да, не респавнился по итогам. И он, кстати, фуловый стал. Давай. Просто я как бы специализируюсь на именно легких ударах, но против боссов они вообще не заходят. У меня там как бы криты должны вылетать хоть что-то. Вообще ничего нет. Ну вот поэтому ты, может, собьёшь её. Их снова три. Нет, две всего. Хорошо. Значит, есть хоть какой-то шанс для того, чтобы... Ну давай, магия. Ешь, жри. Печеньку хоть что-то. Печёное яблоко, блин. Я всё съел печёное яблоко, оно клёвое. Мне прям на набережной продают такие запеченные, как в том сахаре. Эй, хай же. Ага, мне еще доспех сломался. Блин, ну и мразь, конечно. И что мне с тобой делать? Ну, урон она получает куда более активно. Это да, этого у нее не отнять. Но она хилится и, блин, ведьмак не хочет как двигать и... В чем твоя проблема, мразь? Как мне тебя побеждать, скажи мне, пожалуйста. Давай, давай. Ну да, и у нее просто станлоки не проходят, ничего не проходит, а хилится она до пула. После каждого моего удара. Так, ну давайте хоть, может, в ловушку ее поймаем. Ну да, конечно, очень это было эффективно. Ошеломление я даже немного прокачивал в свое время. О, бревна не рассыпались, клево, но, блин, еда кончается, а его жизни нет. Не может быть моим ребенком. Кстати, вот сейчас он уже потерял свои эти шипы или что-то подобное, но
Да, у него хилка пропала. Но она опять получает, охренеть, как мало урона после каждого удара. Блин, как же медленно кастуются все эти... Ай. Что там, яблочный сок или сидр какой-то выпил? Не, нафиг, это вообще не курычит. Будем просто жечь. Он и кастуется быстрее. Ну это фейл. Я уже отнял у него одну треть, даже больше. Теперь все по новой. Да, и применять, как я вижу, стоит только силовые удары. Главное, что опять призраки не появились. Тут еще орешь. А, я теперь вижу. Чего ты орешь? Не. Ну, уже половина жизни. Так, это неплохо. Да, и что-то, кстати, криты вообще не привезли. А, огонь сейчас его что-то хилить начал? Или что? Или то, что я его в траву загнал? Я не могу понять, почему он начинает хилиться? В чем твой смысл, брат? Я пытаюсь его атаковать, а он как бы бэкстабается. И в итоге просто хилится. Без понятия, что мне с ним делать. Не понимаю. Ну вот сейчас вроде перестал хилиться, окей. А сейчас снова надо. Ну вот вы видите, да, просто я делаю один удар. Я сейчас отъеду причем при этом. Да, все, смерть. Ну как бы, просто я не могу понять, в чем смысл, как с ним драться. Обидно, обидно. Еще сейчас вопрос, с какого момента будет сейф. Save me now, save. Да. Да. Совсем не клево вышло. Не знаю, может заморочиться сейчас, пойти какую-нибудь массу сделать, типа меч смазать. Или что-то такое. Но это опять сейчас вопрос, на каком моменте будет сохранение. Какое-то оно очень долгое. Видимо, меня сейчас куда-то очень далеко откинет. Очень далеко. Фу-фу-фу-фу-фу-фу. Ну давай. Быстрее. Видимо, меня куда-то это реально в какие-то... Какую-то деревню сейчас, блин, в 15 километрах от моего текущего места нахождения закинет. Блин, серьезно, опять вот это место. Постой там, я сбегаю сейчас. А, нельзя, да? Закрыто. Беда. Беда. Меч не отремонтирую. Ну что же по итогам получается? Алхимия? Что я могу сделать? Угу. И по итогам ни на что ингредиентов не хватает. Обидно. Может, что-нибудь у меня уже и так есть на готове, кстати. Да пофиг, нафиг на это. Берем топор и... А, ну хотя второе оружие все равно не подойдет. А здесь какой-нибудь как просто камзол с максимальной защитой. Ну вот это. Выглядит, конечно, ужасно, но...
что поделать? Так. Блин. Угу. Для всех предметов необходимый уровень персонажа. Так, это нам не нужно, нет. Угу. Ну ладно, что. Может попробуем прямо сейчас, прям сразу его убить. А нет. Чтоб не заморачиваться. Имена сильные магические печати. Так, цветы. Растения. Эй, давайте попробуем, может, прямо сейчас его убить, здесь. Потому что опять заморачиваться с этим убийством ведьм. Отлично, ты. Да, 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 да. Мне, кстати, мудак Красный Барон прям что вообще не нравится. Да, вы сейчас как раз таки увидите сцену появления этой мрази. Смотри. Такая же красная, как и ее папаша. Ну и жуткое место. Назад. Угу, угу. Ну что же теперь? Оу. Нет, все же, видимо, придется драться. Все же, видимо, без шансов. Угу. Ну, может, сейчас хоть будет чуть-чуть попроще. Хотя и то, мне кажется, смутно. Так, ну опять же. Пока что все вроде бы идет более-менее. А, огонь юзается. Удары летят. Я даже примерно запомнил то, что примерно где-то после второго-третьего удара станлок не проходит. Поэтому надо бы отпрыгнуть. Да, и огонь просто офигенно заходит. Он мне чуть-чуть прокачан, поэтому такое. Хоть какая-то помощь в бою. Да. Арбалет, конечно, полностью юзал шит. Хотя, можно его залить какими-нибудь клевыми стрелами. Возможно, он станет более полезен. Эй, а участок что случилось? Вот, опять. Ну, да, я. Тут как бы хочешь, не хочешь, все равно придется с ведьмами, а с призраками драться. И вот этой мразью, которая... Ужасно. Блин, я не, ну, как бы... Я прям чувствую, как будто, знаете, вся миссия не по левелу. Хотя вроде бы ходит мне. Еще как. Нет. А, еще, блин, ни в коем случае нельзя бить вот этого мелкого. То я буду получать урон ни за что просто. Ну нет. Перестань. Эти еще уклоняются, как боги какие-то. Ну, ай. Да, я знаю, что он уже отхилился до пула. Что-то мне совсем не везет с этим боссом. Сейчас это урон стал проходить по итогу. Но это не особо клево. Потому что он опять словый и начинает хилиться через каждые секунды. То есть, ну, я даже не могу наносить такой скорости урон. То есть, если бы этот Красный Барон бы хоть помогал бы хоть немного, может, был бы хоть какой-то толк. Уверен, заплатит мне 10 гривен каких-нибудь. И скажет, ну, славно потрудился. Это ты его, а ты его убил, он не убил. Как ты мог?
Угу. Ну и что дальше? Ну это какой-то, знаете, бой с камнем какой-то. То есть ты бьешь его, а... Толку от этого никакого. Да, и... Игра сама по себе понимает, что нельзя его бить простым топором. И гитмаз автоматически переключается. Если все, что надо было сделать, это просто применить вот этот знак, то как бы я ретард. Но опять же, возможно, я бы мог про это где-то прочитать, но я, видимо, просто слишком ленивый. Критический. Кстати, смотри, критический-то не особо сильнее, чем обычный удар. Блин, ну как же медленно кастуется эта хрень. Она вообще-то прожимается через раз. Ты, конечно, понимаешь, что у меня гигантский запас еды, но не настолько же. Если это все повторится еще раз. Давай, давай. Критическое, да. Ну, опять же, критическое наносит такой урон, то что смехотворно даже. Но явно все как лучше, чем эти по 20-30. Так, снова пол жизни сейчас будет. Надеюсь, сейчас как призраки не пойдут. Да, только он начал хилиться, ослабление его сбивает. Не, ну так можно было попробовать бы. Нифига нельзя было попробовать. Что ослабление касается целую вечность. Здание собираюсь полить. Я тут уже бегал по этим комнатушкам и маленьким домиком. Крит. Еще один удар. И назад. Все прям как по нотам. О, сейчас без крита обошлись. Зараза. Третий раз. Это он просто снова начал тикать. Не-не-не, давай без этого. Да, хотя, наверное, между тем, как он хилится, лучше использовать. Вот это вот хрень. А уже потом переходить на ошеломление. Гори. Как-то слишком часто стал много уворачиваться. Да, согласен. Фу, ну блин, ну это было тяжело, скажу я вам честно. Сука, ты убил моего ребенка. Сам это знаешь, ты его убил. Ты его убил, мразь, а не... Расколдовать, сука, не убивать! Закрой пасть. Заткнись, не то людей перебудешь. Не хватало еще, чтобы народ сбежался. Да покер! Покер, мне слышишь? Ну реально, ведется как конченый мудак. Я убил Игошу. Твоя дочь уже давно умерла. Иди домой и приди в себя. А я попробую отыскать вторую твою дочь, которая пока что жива. Да. Красный барон. Как я слышал, будет что-то типа того, что он повесится. А что? Что ты хочешь делать этой кровью? И в принципе, да, мне поможет, думаю, это все абсолютно застужено. Я скажу, когда ведет себя как конченый мудак.
так и помирает. Ну что, куда теперь? Ну, в принципе, не очень далеко. Можем телепортироваться в деревню Большие Сучи. Ну и название. Локации, конечно. Так, давай меч убираем. Так и не отремонтировал меч, поэтому забил на это. Ну ладно. Думаю, может в этой самой деревне мне будет ближе. Ну, скажем так, по пути. Дали, сука, себя обработать, как новиградские девки. Чего удивляться? Сами с ведьмаком связались. Так, хочется всех поубивать, но я, допустим, в замке Красного Барона достал меч. Разозлил охранников, и охранники меня вынесли с 2-3 ударов, по-моему. При всем при этом сами они почти что урон никакой не получали, то есть это просто бред какой-то. Дисбаланс. Дисбаланс. Никто не любит дисбаланс. Так, ну что ж. Ну здесь осталось 100 метров, я думаю, пешком добежим. Даже нам заморачиваться не будем. С вызовом плотвы. Игра мне при всем при этом безумно напоминает МГС 5 совсем, ну, с этой лошадью, беготней по свободному открытому миру. Только персонажей, конечно, нет. Это немного расстраивает. Ну, я имею в виду в МГС, там, как бы, все разговоры по рации происходят. Что не так интересно, как вживую. Ты знаешь, что с ней делать, чтобы найти Анну и Тамару? Поведание. Кровь. Поехавший дед какой-то. Почему все в этой игре такие поехавшие, сумасшедшие? Идем проводить ритуал. Пора проверить, как работают древние ритуалы. С другой стороны, как бы не знаю, зачем вообще искать его дочь и жену. Они ушли от этого Красного Барона, ну и живут, возможно, счастливо. Да. Не будем медлить. Да будет так. Да. Ворожей укажет дорогу. Не, сейчас, наверное, идти за ним по пути и отбивать от нападения волков каких-нибудь. Уверен, так и будет. В итоге спустя 15 километров мы пришли к нужному месту. Это все земли барона? Сейчас да. А раньше нет. А кому они принадлежали раньше? Согнулся под нильфгаардцев. Владитель. Он был человек подлый, о людях не заботился. О, под этим мостом, наверное, тролль живет. Я скорее всего, утоп какие-нибудь. Эх, я встретил бы какого-нибудь тролля. Во втором ведьмаке там, да, там даже было достижение, по-моему, то ли спасти всех троллей, то ли убить всех троллей, что-то в таком духе. Здесь я еще ни одного не встречал. Прошу прощения. Сперва еду со столов мыши сожрали. Упс. Фу-фу. Ну, кстати, топорик такой ужасно короткий. И вообще, как бы, что за ведьмак, орудующий топором? Это же нонсенс. Ворожей тоже решил подраться. Троня. Надо будет приготовить все это. Кажется, из сырого мяса парочку единиц нормальной еды получится. Зараза у них в лагере. Сожрет их. Дальше он мне рассказывает историю про какого-то дуца, который увел мышей из города. Ну, по крайней мере, как была такая сказка. Он, конечно, говорит не прямо эту историю, но там тоже про чуму мышей и неудачного правителя. Для белого волка. Волчье урочище. Волк добрый, а здесь издревле страшные вещи творились. Хоп, хей, лавай. Голосом это мне говорят.
Да, наверное, это смотрится со стороны довольно жутко. Надеюсь, их не надо будет поджигать в определенном порядке. То здесь уже была одна такая загадка. Тут. Я полностью... Вот там, кстати, свастика со стороны нарисованы. Огонь зажигает. Можно сюрикены запускать. Весело. За дело. Начинаем. Ну, думаю, больше ждать нечего. Только хорошенько приготовься. Как духи придут, назад пути не будет. Ай, опять пижики не драться, что ли? Как вы ж не серьезно. Это будет знак ворожею, что надо начинать. Терпеть не могу призраков. Ну давай. Эти я уже зажег. Готово. Осталось последнее. Не давай кругу разомкнуться. Тут три в ряд, это не круг. Тут немного другое. Полночь. Не кажется, или эта буря немного неестественная? Ну, вернее, этот град. Сейчас придет дикая охота, С дикой охоты клево. Миром, что против нее драться интересно. Домом, и они такие все стильные в клевых доспехах. Я тоже хочу какой-нибудь клевый доспех, а не бегать в этом бичевском наряде евнуха какого-то. Кровью не названная. Услышь меня на тропах. Веди меня следом. Мне кажется, у деда совсем как крыша поехала. Сейчас, наверное, призовет сам. Не поймет кого. Черт. Надо было поддерживать огонь. Чего? А как бы. Это как сцена была, как я попал, что он должен был поддерживать огонь. Угу. Так, главное не сильно распылять внимание на разных фразах. О, ё-моё, нет. Тут можно попасть под какой-то не очень клёвый, не очень удобная комбо и просто отъехать от... не выйдя из станлока. Да, в итоге так получилось. Еда совсем не спасает. Жалко, нет каких-то стимпаков или чего-нибудь такого. Чтобы сразу и много, а то просто как бы жрать во время боя куски хлеба, которые восстанавливают по 5%. Это не весело. Совсем не весело. Вообще, почему такие загрузки длинные? Я вот это понять не могу. Это такой намек, как бы, эй, давай, парень, не умирай. Давай без этого. Кстати, мне интересно, от такого качества трансляция не подвисает? Может, стоит пониже сделать? Все же так, наверное, удобнее. Ну, не знаю, посмотрим. Как только какие-нибудь жалобы появятся, то может так и сделаю. В следующий раз. Либо через раз. Не знаю. Я подумаю над этим. На досуге. Как говорится. Готово. Огонь, да. Не давай кругу разомкнуться. Так, тихо. Первое, что мне надо сделать, это промедитировать. Сила меня. Да, чтобы интересно, успею ли я это сделать. Да, успел. Черт, надо было поддерживать огонь. Угу. Ну давай сначала вот это вот. Добей. Найс. Добили. Это явно уже успешнее, чем предыдущий трай. Я в принципе тоже всего одного убил. Призрака, да ё-моё, это нереально просто. Так, у меня есть хоть что-нибудь? Магическая ловушка. Мы будем вязать охрану пить. Я что-то, мне кажется, он мне тут не особо будет помогать. Чего? Почему у меня так жизни отнимают? Я просто я понять не могу. Что это только что за бред был? Просто отнимаются жизни. Первый раз такое вижу.
Да, и огонь погас. Так, минус один. Надо огонь поджечь, поджигай давай. Не, не выйдет, видимо. Так, хорошо. Блин, кен прям как чит какой-то. Ну да, только он очень короткий. Кстати, а сырое мясо, кажется, жрать можно и так. Даже готовить не нужно. Ну, конечно же, физик, у которого осталось всего лишь одно хп, продамажит мне больше, чем все остальные. Поджигай. Быстрее. Вижу кровь ее крови. Вижу связанных узами. Зовет меня кровь. Я выхожу. Кем еще мясо? Тамара идет со мной. Вижу лицо, налитое кровью. Кровь темная на белом лице. Капля висит на лице. Я думаю, понимаете, то, что я к вам не пойду, вы ко мне тоже, да? Ну, будем стоять, смотреть. Так, давай ты можешь... Ну, блин, ну это просто как... Ну, ретард просто на камень встать не можешь, чтобы огонь зажечь. Тут что за бред? Ну, как бы ГГ, блин. Вообще просто... Просто упирается в текстуру и не хочет идти. Это такое только на стриме может случиться. В обычных обстоятельствах такое бы не... Такого бы никогда бы не было. А тут просто там... Он откажется идти, не захочет вообще ничего делать. Угу. Еще понять, сколько хрен на меня действует, просто это невозможно. Он сколько-то ударов защищает, я понимаю. Да блин, прыгни. Да, видимо, он просто один удар блокирует, да и все. Ну, хоть какая-то защита явно лучше, чем ничего. Найс. И долго мне этим заниматься? Просто призраки самые скучные враги из всех. Вот сейчас то ему ничего не помешало зайти на постамент. Эй, ты уже это говорил. Кайф. На этом... На той мразе... И всю еду не потратил, так сейчас на этих потрачу. Еще как связано то, что я делаю кувырки, то что у меня мана отнимается. Кто это вообще придумал такое? Не только там мана. Я понимаю, что здесь нет такого прям мистера, такого понятия, как мана, но... Как она связана с внутренней энергией человека и с выносливостью с какой-то? Надеюсь, просто эта миссия закончится, когда я убью слишком много призраков. Слишком много для этой жизни и для этой игры. Просто только у них остается 2 хп, они телепортируются. Ну просто посмотрите же, вся карта... Ой, да, ну успокойся ты. Он еще просто банально не хочет переходить из вот этой атакующей позы в другую, в пешую, скажем так. Наконец-то. Катсцена. Боже, как я этому рад. Сейчас мне скажут, ну, она там в 100 метрах от тебя сидит где-нибудь в кустах. Или в местной деревне крестьянкой стала. Какие у нас еще варианты есть?
ползет по реке вопрос. Темная кровь. Зачем ты ищешь ребенка старшей крови? Придет час белого хвата и белого света. Час безумия. Это уже, по-моему, связано немного не с теми детьми. Тут уже идет разговор, по-моему, реально с тем, с дикой охотой. Дичь какая-то началась. Мне кажется, сейчас вот этого парня надо будет убивать. Вернее, деда. Ну, я буду даже рад, мне он никогда особо не нравился. Все в порядке? Или он сейчас сам умрет от туберкулеза. Это все? Конец. Это все? Увидел, да. Что должно? Блин, еще так говорит коряво. Третье видение прозвучало имя. Третье видение. Они шли через лес. Угу. Обе ослабли, но по-разному. Ты вроде говорил о каком-то Войцехе, я верно расслышал? Они Войцех? Думали про него. А пророчество в конце? Ты повторил слова Итлин. Ворожей не знает, о чем речь. Когда он... Тем не найти того Войцеха. Это Войцех из твоего видения. Ты знаешь, как? Войцех. Странное название. Войцех. Один в больших сучьях живет. Годами из хаты не выходит. Ну, вряд ли это он. Говорят, что с сусликами кров делит. И помнит те времена, когда на... А второй? Что ты сомневаешься, что они искали помощи, устали от него любить? Второй, да, это рыбак. Он, ну, тоже маловероятно. В хате на отшибе. Мне уже пора, дед. Мне уже пора. Ворожей не мог. Человек хочет в жизни как лучше. Мне кажется, если я сейчас уйду, то он здесь так и помрет. Бывай здоров. Хотя изначально я планировал отыгрывать довольно положительного персонажа, но, блин, просто не получается. Кругом столько ужасных людей. Эй, пятый левел. Так думаешь? Куда ушли все эти левел? Куда? Фу-фу. Мне кажется, я здесь могу запастись этой призрачной пылью на всю оставшуюся жизнь вперед. Жалко, она стоит, как я понимаю, довольно дешево. Так. Повернись. Блин, вот это управление, конечно, меня немного смущает. Все же она какое-то не самое интуитивное. Хотя и удобнее, чем какой-нибудь Fallen Lords, где она просто невероятно ужасна. Так еще можно растений всяких пособирать. Последний. Окей. Там, по-моему, какой-то... А, нет, вот он. Я уж подумал, что в текстуры провалился. Опа, где же ты была? Все это время. Так, смотрим по карте. Найти хижину рыбака Войцеха. Ну ладно, подскакали. Здесь, в принципе, довольно близко. Всего-то полкилометра. По дождливому лесу, но довольно красивому. Даже гроза не смущает, а только придает им немного атмосферы. Видно прям, ну клево же, смотри, клево же. Смотри, как это все стильно сделано. Так, гули. Ну, кажется, у гулей не должно быть очень много жизни, поэтому... Ну, хотя бы что-то в танлоке они не особо славливают. Ну, давай. Так, мне нужно вот это место спалить, как я понимаю. И музыка такая цыган играла. Вовсю.
Только проблема в том, что я как понимаю, мне здесь бомбы не нужны. То есть, допустим, какие-нибудь машины логово я мог легко сжигать, используя просто один огонь. Блин, ты куда ложишь? Ну, ты издевательство какой-то, может, ты мне дашь насосить? Ладно, вернемся, когда у меня будет хоть какое-то снаряжение подходящее. Кайф, кайф. Сейчас бы застрять в маленькой ограде на лошади. 2016-то году. Ну, пешком все, что остается. Надеюсь, они хоть немного отстали. Я хоть жизнь восстановлю. Зато какое-то небо такое прям странное. Очень манящее, но очень странное. Ну, как бы красивое прям. Реально красивое. Но все равно это очень странно. Дела семейные. Как я понимаю, вот этот квест даже не является сюжетным. Или все же является. Так, встретили местного алкаша-рыбака. А кто это? О, у него больной раком ребенок. Как это грустно. Чего вы у нас забыли? Тут наша хата с краю, ничего у нас нет, ничего не знаем. Наша хата с краю, ничего не знаем? Меня, сударь? Ну я ж ничего... Нет, я свете, я ищу двух женщин. Жену... Никого тут не было, сударь. Может, хоть мимо приезжали? Девушка... А вот эта женщина довольно странная. А? Тихо, сынок. А, мне кажется, может, это и есть дочка. Скорее всего, она ее просто специально на лосо побрила, и вот сказал, это уже есть, это мать и дочь. Опираться. А вы, сударь, не похожи ни на кого из людей ее отца. Потому что я не из них. Я ищу Тамару и ее мать. Мне надо убедиться. Тамара-то, небось, сидит у моего брата в Оксенфорте. А с госпожой, хотя ей, наверное, всюду лучше, чем во Вроницах. Ну почему? Да, действительно. Так он ее лупил, сударь. Госпожу Анну, значит. Все об этом знают. Ну так барон же. Я же наоборот. С матерью Тамары? Вот как было дело. Я ждал их старый смолокурни. Привел ко мне. Что такое смолокурни? I don't know. А темно так, что я на два лак месяц стоял высоко, а они все не приходили. Я уж бояться начал. Странный персонаж, он вроде так клево проработан и озвучен, но... И отправились мы в сторону. Тут вдруг совершенно лишний в данной истории. Я решил было, что мне башку оторвет, а вдобавок... Эти здоровущие птицы, их целые тучи кружили над лесом. Я сейчас мне это тетка прирезать попробую. Что было дальше? Хорошо, и что было дальше? Стемнело еще пуще, словно кто все звезды погасил. В одну минуту меня холодный пот прошиб. Я дух не бесил. Может, опять, ну как я понимаю, опять дикая охота завязана. Огромная, что твой сарай, рогатая. Дух перевести не успел. Чудовище. Я-то думал, конец мне. Только чудище бросилось на коня госпожи Анны. Башку ему оторвало, а саму ее в лес унесло. Наши кони, значит, мой и барышни Тамары... Так я не помню, судя, Анне голову оторвало, что я один пропустил. Жена ее отговорила, убедила, что одной ей ничего... Так. Что же знаки? Знаки? Ну... Такие, будто ей кто жилет выжит. А, это прям стигмат. Ремят скот? Ну да. Эти знаки были не почерневшие, а раскаленные, точно жив. Спасибо за помощь, бро. Спасибо тебе за помощь. А с тетенькой? Все с ним? Обязательно. Я сделаю все. Обязательно, все с ним будет просто замечательно. Может быть лучше. А, блин, еще искать его же. Я могу просто рассказать ему, что там с ним случилось, и вот он такой.
видишь, все клево. Блин, смотрите, как же далеко ехать. Не нафиг это дело, просто съезди, расскажу ему. Может, не самый клевый, не самый правильный вариант, но зато самый простой. Магическая лошадь, появляющаяся из ниоткуда. Ну то хоть меч починим, хоть что-то в этой жизни сделаем. Полезное. Ну и вернее, в этом трае, в этом стриме. Хоть что-то то-то полезное. Так, здесь посмотри. Ну да, все правильно. Чем забавно, то что цели две, а показывается, вызывается расстояние только для до ближайшей, как я понимаю. С одной стороны удобно, но с другой стороны. Эх, в противном случае было бы не так клево. Кстати, плотва ты меня бросила. Это был момент, когда она меня скинула рядом с УПВ-ами. И я оказался просто валяюсь между ними, у меня процентов 20 хп, и они пытаются меня загрызть. Очень странно, почему я тогда выжил. Все, разойдись. Беднота. Так, ладно, давай, ты вот. Чини давай. Чем могу служить? Стрёмный гном, краснолюд. Кстати, вы знаете, то, что все краснолюды почему-то здесь на одно лицо. Я хочу посмотреть. Так. Ну, в принципе, это можно продать. Это тоже. Так, это... болты, кстати, но они просто мне по левелу вообще не подходят, и я что-то мне говорит о том, что я их даже использовать не захочу. Так, 99 крон, у меня всего 55. Ух ты. Ух ты, ух ты, ух ты. Вот это мне нравится. Это я прямо хочу. Пластины из темной стали, блин, вот это как я понимаю, даже купить нельзя у него. Так, а пластины из черной стали. Слиток темной стали, а слиток темной стали. Руда темного железа, то есть, как все тяжело, а руда темного железа, там еще из чего-то делается, да. Блин, у меня по итогам нет денег, чтобы починиться. Так, ну ладно, давайте будем продавать то, что есть. Ремесло. Продаем. Что у нас еще есть в большом количестве и дешевое, а и дорогое. Ух ты! Так, жемчуг. Кажется, там еще есть вещи для задания, прочее. Ну и все, кажется. Посмотрим, что бы я мог починить хотя бы. Так, мне даже на то, чтобы просто один мой меч починить, денег не хватит. Ладно. Продадим тогда вот этот доспех.
Тогда мы хотя бы на ремонт меча. Ну, это опять же, это только надежда на то, что мне заплатят хоть какие-то деньги этот барон. Хоть что-нибудь. А то быть настолько бедным в данной ситуации, прям даже как-то неловко. Угу. Ведьмак, можно тебя на минуточку? Так, слушай. Кажется, не имел чести. Угу. Меня сержантом называют. Понимаешь? А имя у сержанта такое? Есть? Еще с армией. Ну да. Пор, я еще когда рядовым был, меня уже сержантом звали. У меня тут вопрос появился. Угу. В чем дело? В чем дело? Что так. Вы делали с бароном в ту ночь, когда он велел все... Спроси об этом барон. Все время сидит... Пьяный? Нет, ничего не ест. Повесился, небось. Странный барон. А, нет. Так и сидит. Вот ты где. Видишь мальвы? Вот эти вот голубые. Она цветочки любуется. Ей хотелось, чтобы у нее непременно были такие же. Так зачем ты, блин, жену-то свою убил и в итоге ребенка-то убил? А сейчас такой, ой, здесь были цветочки, их так любила моя дочь. Так никогда и не узнаю, какие... Она несла другим смерть. Чем быстрее ты это поймешь... Ты прав. Я хочу поговорить о твоей семье. У меня есть весть. Ты что-то узнал? Угу. Пойдем внутрь. Да блин, давай, закончили бы все быстро. Нет, сейчас пойдем, напьемся еще. Он такой радостный стал. Что? С ней все в порядке? Я не говорил, что привезут. А откуда ты знаешь, что у нее все хорошо? Нет, но разговаривал с человеком, который помог ей бежать. Тамара жива и здорова. В принципе, я бы мог бы съездить, но это настолько далеко мне там. Настолько время тратить не хочется. Я не верю словам деревенщины или кто ей. Езжай к ней, погляди своими глазами, как там будет. Нет, чувак, ты не бордей. Посылай туда. То есть ты отказываешься? Отказываюсь. Сука! Пахнет. Если вдруг случайно будешь в тех краях. Что? Охранная грамота. Порка криданцы заняли дельту. Угу. Так, хорошо. Пока ничего. Но я... Ну и чего тогда ты ждешь? Что ты расскажешь о Цири? Как? А... Да, обещал. Тогда Цири оправилась. Так что давай побыстрее. Ну, что, все, я сейчас забью на этой персонаж и больше не хочу выполнять его дебильные квесты. Это просто ужасно гумозная миссия. Красный барон. Твоя. Красная мразь, просто обыкновенная красная мразь. Какого вепря загнали? Там король Фольтест, будь он жив, на него слюной бы истек. Цири, поди сюда. Тебе причитается порядочный кусок. Ну, девка, неплохо ты себя показала. Неплохо-то неплохо, но кто ж на кабана с мечом ходит? У меня не было ни лука, ни копья. Значит, оставался только. Сейчас к ним еще мужики приставать будут. Эх, сейчас бы драку бы. Мне так нравится. Битва с людьми. Они куда интереснее, чем с этими монстрами. Люди куда более интересные. Для меня сделали исключение. Да, особенно. Хочешь сказать, что ты ведьмак? Не до конца. Я не прошла мутации. Но всему, что и... Ну, глаза у нее изменились. Вроде того. Или изменились. У меня в или наоборот не изменились. Заткните, Грин. Никому твой крит... Бабу, что умеет мечом работать, я уже видал. Вот чтоб верхом ездил, это ни одна не сможет. Да и что ж тут удивляться, если вы, сука, боком сидите? Может, поспорим?
Что ты меня верхом одолеешь? Может, перерезать это мужика с горшком на голове? Сколько же он меня раздражает? Хреново дело. Трус. Что случилось? Трус не играет в хоккей. Максимум во что это, как-то литр бол. Так в чем дело? Это моя лошадь. Состязаться с самим бароном. Ого, хотел бы я на это посмотреть. Да, я проскивал такой важный момент, в скобочках нет. А если я выиграю, то... Идет. О, сейчас кто-то без мяча останется. Поскачем на рассвете. Окей. И сейчас тут два варианта. Либо он после этого флешбека скажет, у меня нет коня, либо он такой, вот, меч ведьмачки. И что произойдет, зависит лично от меня. Вот он, геймплей на кончиках пальцев. Прям ощущается. О, кролик. О, какие они милые. Он же, сука, толстый, он даже на лошадь влезть не сможет. Готов? Как никогда. Скачем на перегонки до башни. По коням! Пять, четыре, три. Ну да, как-то он сразу отстал немного. Хотя нет. Блин, чем-то мне это сейчас все Red Dead Redemption напоминает. Там тоже были подобные моменты. Вот, только у противников там лошадь не уставала. Посмотрим, как здесь. Моя лично уже сдохла. Так что, кто первый? Не девушка. Победа. Это было легко. Ты достойна самого лучшего коня. Благодарю. Ну-ка, Цири озвучивал что? Кто-то очень неподходящий. Что-то там случилось, но мы этого не увидим из-за злостного квадрата, который я прожимаю АФК. Как сумасшедшие. И все о споре тут же за... Все бежали, сломя голову. Лишь бы шкуру спасти. Удалось? Ну, одним да, другим нет. Но то, что вот потом случилось... Ну, вот такого... Какой знакомый взгляд. А ты быстро учишься. Остальное узнать... Я этим занимаюсь. Что ты результатов... Я не сразу понял, что они разделились. Но не беспокойся. Мне кажется, я сейчас пойду... Блин, зачем я нажал прыгать? Ага. Не, я, пожалуй, пойду и... выполнять квест хозяйки леса. Он, как мне кажется, сейчас более целесообразный, чем искать его жену и... дочь. Ну, мне дал информацию, но так и не дал денег. Что за ужасный человек? Сам-то я не видел, но, говорят, схватил за плащ и врыло его. Врыло, сука, ты понимаешь? Так, давай, и вот здесь. Все. Прошли супер заточку. Всего шмота. Так, далеко ли мне идти? Вообще не очень. Но опять же, ближайшие точки как таковой особо нет. Но можно вот сюда телепортироваться, но это не особо поможет. Так что чувствую, я придется прямо сейчас садиться на плоту и ехать весь путь целиком. Сколько там? Там, наверное, больше, чем полкилометра. Ну, даже 800 метров будет.
Сейчас уже нет такого красивого неба, как тогда, хотя вон та часть все равно довольно клевая. И что самое главное, это ведь освещение. Дали, сука, себя обработать. Так, GPS еще не прорисовал дорогу, что ли? Как так? Четыре утра, и так ясно. Мне кажется, у нас сейчас 4 утра будет такая ночь. Ну, зима близко и все такое. Сами понимаете. Кстати, лошадь сейчас помрет. Надо дать ей передохнуть. Мне вот камзол ужасно не нравится, какой-то здесь в дырках и дрявый. Но в плане брони это сейчас самая лучшая шмотка. Хотите со мной о чем-то поговорить? Смотрите, опять клиент. Я не собираюсь ничего. Это тебе так только кажется. Коли хочешь, чтобы мы тебя... А если я не заплачу? Два мужика в рваных камзолах. Как-то не очень удачно. Как-то у них все не очень удачно вышло. Блин. Этот такой клевый парень отразил первые 2-3 атаки. Потом просто с одного удара отъехал. Так, обыскать я их не могу, как я понимаю. Да, видно. Может быть, хоть что-то бы нашел. Забавно, то, что я как бы уже по факту проехал почти весь мост. И тут такая кат-сцена. Давай, плати деньги. Угу. Блин, я вообще не туда заехал. Абсолютно не туда. Придется вот в этом месте где-то вплавь проходить. Угу. Так, надеюсь, я сейчас увижу эту отметку. Поставил ее немного нестандартным методом. Нет, давайте лучше уберем. И вот сюда. Так, лошадь, наверное, плавать не захочет. Поэтому поплыли сами. Главное, чтобы сейчас никто под воду не утащил. Вы посмотрите, как красиво вода сделана. Идеально. Так, лошадь осталась с той стороны, но... Не. Мы же знаем, что она прямо сейчас окажется здесь. Да. Как говорили, ты плавать не умеешь. В Red Dead Redemption там тоже, если на лошади заходишь хоть немного в воду, она тонет. Просто как кирпич. Была лошадь и нет лошади. Ну да, все. Осталось только по этой тропинке добежать до нужного нам места. Вы тоже заходите? Угу. Вот это было неудача. Так, блин, лошадь, давай ты мне не будешь мешать, пожалуйста. Серьезно. Только я сказал то, что хочу подраться с людьми. И тут вот мне везение. Куча бесполезных разбойников. Но зато у них там ведельницкие мечи. Все на продажу.
очень хочу собрать вон тот доспех, но мне не нужна руда. С рудой тут, конечно, проблемы. Так, а это у нас кто? Волки? Ну, с волками можно, в принципе, подраться. Только они с двух ударов-то отъезжают. И вообще даже не дамажит ему. Да, найс. О, вот это уже и получен мясник из Блавикена. Ну-ка, давайте проверим, в чем его суть. Это прозвище, по-моему, ведьмак получил еще то ли в первой книге, то ли во второй. Убить не менее 5 противников быстрее, чем за 1 секунду. Найс. Это какой-то мультиволк. Сильный. Он меня даже неплохо так раздамажил. Эй, почему собачье сало есть, а вот мясо сырого нет? В прошлый раз было довольно много собачьего мяса. Оно мне в какой-то момент даже в драке помогало. Так, далеко ли мне бежать? Нет, совсем немного. Я думаю, можно даже пешком. Ай, доспех покой. А, сломанный. Денег у меня чинить его нет. Поэтому просто сменим на мой второй вариант. Ну, конечно, он такой, знаете, менее клевый в плане чисто именно брони, но именно по эффектам он более стильный. Плюс он как бы оранжевый. Это как бы legendary доспех. Причем я совершенно не знаю, откуда он мне взялся в инвентаре. Когда я победил одного из парней дикой охоты с таким шлемом черепа. Ну, в основном они все ходят с черепами, но у того был такой очень ярко выраженный один из боссов. Я обнаружил то, что этот доспех у меня уже есть. Но, как помнится мне, именно у этого босса его не было. Какое-то странное место. Лес такой необычный. Так, я видел здесь врага? Или мне показалось? Да, по итогу мне не только броня покоцана, но и поножи. Жуткая статуя. С печеньками. Блин, мне казалось, в средневековье еще не могли делать подобные вещи. Да. Из червей все. Ох, что магия. Ну и мерзость, конечно. Так. Вот на мою ведьмачье чутье. Чувствую себя каким-то Бэтменом, когда его прожимаю. Тут у меня в голове встроена какая-то система дополненной реальности. Я самый клевый детектив в мире. Нажимаю одну кнопку, и все расследуется само собой. О, ящик. Это я люблю. Потому что там руны были. Руны это мне очень нравится. Еще если бы они были не самые обыкновенные. То есть не которые дают плюс 2% к чему-то. А такие, знаете, более существенные. То это прям вообще сказочно. Ну да, на самом деле. Все, что я должен был идти, это просто идти по тропинке. Тут можно было даже зрение не использовать. Ну и жуткие дети. И большой глупец. Запечем его с тобою, тут ему конец. Раз, два, наверное, их всех поймали ведьму, чтобы сейчас сожрать. Я. Что здесь слишком много детей. Моя считалочка. Ты кто? Иди отсюда. Иди отсюда. Блин, жалко, что в этой игре детей нельзя убивать. Я бы всех бы убил. Здесь была девушка с термином. В болотах потерялась молодая женщина. У нее серые волосы и шрам на лице. Вы видели такую?
здесь девок нету. А я тебе кто? Какая из тебя девка? Девок съесть. Точно. Да. Когда по деревне войско шло, на деревне дед кричал: ховайте девок по лесам, и солдатню сиськами не пугают, а то беда будет. Как говорит. Ну и дети, ну и мерзость. Тут живет кто-нибудь, кроме вас? Это кто? Кто-нибудь, кто мог видеть? Шестиглазое дерево? Дерево весь год спит. Это что за разговоры? Что за болтушки, я спрашиваю? Ведьма больше похожа на какого-то постаревшего Стива Бушеми. Или Бушеми. Мои дети тут могут быть. А ты еще кто такой? С оружием, как бандит. Я еще одна девушка. Я просто с ребятней разговаривал. Я еще. Я была очень красивой девушкой. Носила вот такой. Кстати, вот она ходит почти же так, такой же одежде, как тут знакомая ведьма, ведьмака, с которой я выполнял предыдущие квесты. Это твоя невеста? Дочь. Доченька. Моя милая, добрая доченька и сестра. Опять поехавшая. Пожалуйста, помоги мне. Молодая девушка с серыми волосами. Мне надо понять, что... Дети, что смотрите? Идите мыть руки. Вижу, ничего я от тебя вижу, не вижу. Ничего я от тебя не вижу. Пёсик точно знает. О чем я его не спрошу, он отвечает. Погоди, сейчас почешу себе гузг. Что это за слово? А ну же, в хату. Уходи отсюда. Путь это Fallout, я бы, не знаю, прошел мимо них, они бы украли бы у меня из кармана бомбу и взорвались бы на ней. Эх, идиллия, идиллия. Арик. Сюда нельзя. Я хотел только поговорить с этим. Нельзя. Я не буду с тобой разговаривать. Бабушка. Бабушка тебя не любит. А Ивасик придуманный. И чужой. Ты не хочешь с ним? Чего? Мне кажется, это баба сейчас хочет съесть этого ребенка. Ты ему не задашь. Ты чё? Давай есть. Ты слышал? Он говорит. Не, а может я типа сейчас... Ну-ка. Боишься? Правильно, бойся. И способ выманить бабку из хаты. Хороший квест, хороший, мне нравится. Жизненно. В современных российских реалиях. Почему вы не хотите говорить про Ивасика? Что один из вас знает? С Ивасиком только он водится. Он грибов. В общем, дети объелись грибов и видят воображаемого друга. Девушка, которую я спрашивал, в опасности. Ладно, только услуга за услугу. Поиграй с нами. Хорошо. Идет. Прячьтесь, если я вас... Думает, нас так легко. Он-то небось от черных не... Не подглядывай и считай громко. Раз, два. Ой, сейчас с детьми будем играть. Кайф. 17, 19. Ну, у меня же как бы есть ведьмачье чутье, поэтому. Так, сколько детей, во-первых, там было? Найти всех четырех детей. Значит, отсюда пробежали вот сюда. И здесь должна быть какая-нибудь музыка, знаете, из Бенни Хилла. Так, хорошо. Это, собственно, гусена. Я тебя вижу. Выходи. Эй. Так, мне бы на дом залезть. Почему-то я думаю, что это возможно. Или нет. Возможно, я ошибся. Но это не точно. Так. Куда могут еще идти? Или куда могли бы убежать еще эти дети? Ну, тот, конечно... Самый
гениальный, просто к себе домой убежал. Я тебя нашел, не прячься. Ну. Давай будем честны. Это было не так тяжело. Что-нибудь еще есть? А, вон ящик. Сейчас в каком-нибудь бы найти темную руду или темный металл, что мне там конкретно нужно. Так. Интерестинг. Есть хоть кто-нибудь? Угу. Так, ну одного я здесь уже находил. Вряд ли второй будет где-то рядом. О, сюда. Но они ведут меня вот сюда. Я тебя вижу. Угу. Третий найден и последний у нас остался. Так, я не знаю, сидит ли ребенок за этим кустом. Нет, вряд ли он за ним сидит. Но остался всего один. И как я понимаю, он не на крыше. Вот, спрятался, так спрятался. Интересно, если я просто уйду, он так и будет прятаться до конца своей жизни. Ему уже стукнул 42-й год. А он все прятался от ведьмака, который давным-давно помер. Так, следов, но следов я никаких не вижу. Окей, кстати. Так. Да, вид этот открывается неплохой. На болото или, как вариант, на другое болото. Вернее, на все то же самое, на другую часть болота. Так, что же у нас тут получается? Тут ребенка, как мне кажется, нет. Угу. А. Ну, забежал туда к бабке. Продуктивно. И потом в окно. Так что обходим. Самый хитро выдуманный. Пацан, 100% это как какой-нибудь толстый парень, который думал, что он всех перехитрит. Блин, если так посмотреть, то реально тяжко было его найти. Какая-то странка, это ж не он. Это угри какие-то. Что это вообще за... Ё-моё. Не, давайте, нет. Я, видимо, пока что слишком слаб для них. Да. Монстр 11 левела явно не по мне. Так, хорошо, идем прям по следам. Все нашлись. Все. Ты чародей, да? А ты покажешь нам по... Нет, лучше вспомнишь. Дети теперь им не хватит, чтобы им фокусы показывали. Скажите слово, помогите мне поговорить с приятелем у Васика наедине. Как не помочь? Слово есть слово. О, честные дети. Магия. Просто настоящая магия. Я шмель гузнул.
Так. Не бойся. Я ничего не Самый знаю. Уродливый ребенок. Я не причиню тебе вред. А где бабушка? Она занята. Еще и самый тупой. Я просто хочу поговорить с Васиком. Может... А ты ему зла не сделаешь? Не сделаю. И Васик раньше часто убегал, потому что бабушка любила слушать, как он поет. И Васик, как он поет. И Васик сказал, что... Сейчас какой-нибудь соловей-разбойник прибежит. Ну, либо эльф, на самом деле. Мне кажется, то, что эльф в поле приятно. Спасибо тебе. Все? Вот 70 метров, ну довольно близко. Стоило ради этого играть с детьми. Уверен, конечно, можно было и без этого обойтись, там был вариант попроще. Но я, ну вернее, опять же, был не проще, он был просто немного иным. Сейчас бы погореть бы. Болотная тварь. Так. Ага. Продуктивно. Что я пока что... Все равно тоже клево заходит, потому что... Пока что я могу отъехать. Да, я вот по итогам так и отъехал. Просто хилиться не хочу, поэтому сейчас буду страдать, пока не убью их. Используя фул хп. Ну блин, тут даже, наверное, лучше подойдет знак защиты. Защитный знак. Ну какие же загрузки здесь долгие. Да, они прям говорят то, что умирать много в этой игре совершенно нельзя. Просто запрещается. Пока загрузка. Полазию по Твичу и по... и по Good Game. Ух ты. На Good Game новый фолловер. Вот это что-то странное. Теперь их аж 8 человек стало. И на том. Спасибо за фоллоу. Спасибо за подписку. Но это все равно довольно необычно. И, наверное, стоит еще поблагодарить за подписку человека, который подписался на прошлом стриме. Эх, голубой красавец. Эй-хей. Этот раз я не по тебе крик выпил. Нет, видимо, нет. Блин, ну ведь ты живучая же мразь. Нет, я первым делом надо с вот этими с мелкими расправиться. Да, пока что успехи не очень. Ну такое. Ему все же надо в меньшей степени отвлекаться вот именно на нее, а как-то чисто вот только на этих мелких. А, там еще двое, блин, ну это печально. Я, видимо, пока с ней не разберусь. С остальными не получится. Так, не-не-не, давай без этого. Сейчас у меня квен откатится. Найс. Если Васик настоящий, наверняка он оставляет следы. Так, все, всех отпунул. Нет, последний остался. А, да, они меня заманили теперь, когда их 4. Конечно же, они решили подраться. А вот, допустим, драться не хочу теперь. Не, и так хорошо.
И Васик оставляет следы. Действительно оставляет. Следы маленьких ног. Только довольно странные. И Васик здесь проходил. Идите по следам. Следы, конечно, в такой траве ужасно тяжело усматривать. Сейчас, если будет какой-нибудь резкий поворот, я просто могу сбиться. Но я надеюсь, ничего подобного не будет. Так, теперь на сопку. Довольно странно, почему-то там, допустим, ходила целая куча болотников или как-то их, ну не болотников, а этих утопсов. Следы болотники это Fallout. Интересно, что внутри. Действительно интересно. А что же внутри? Только как бы, а вот позвать Ивасик. Причисто кажется какая-нибудь кикимора болотная, это вообще будет мерзость. Ивасик. Как то самое создание, что мы видели. Ё-моё. Ну и жуткое создание. Похоже чем-то из фильма «Звонок». Болотный житель. Ты хмурница? Хмурница? Луговик? А, прибожик. Мало вас осталось на свете. Ну и страшный же он. Я еще не глаза такие гигантские. Ты ее видел? Расскажи мне все сначала. Где ты ее видел? Что она делала? Мне это очень важно. Ну так. Он не может общаться. Почему? Не можешь говорить. В чем дело? Ты не можешь говорить? Грустно, грустно. Почему? Язык, наверное, отрезали. Проклятие. Надо его будет снять. Чувствуется мне, эта задача будет не из простых. Мне идти за тобой? Ну ладно, хорошо. Что ж, выбора нет. Ну, как бы, нет, нет. Главное, чтобы он по итогам какую-нибудь другую мразь не превратился в гигантских размеров. Чтобы мне еще с ним драться пришлось. Здесь утопсы нас трогать не будут. А то у меня портки протекают. Эй, вы серьезно? Одолеть чудовище. Ну, вроде бы это пока было не трудно. Так, откуда он сейчас вылезет? Ух ты! Кто ж мне раньше-то не говорили, что такое возможно? Это очень, ну, очень интересно. Теперь постоянно буду юзать. С одной стороны, не отходи от меня, с другой стороны, беги вперед. И, пожалуйста, пожалуйста, постарайся обходить хоть немного врагов. Кстати, у меня этих грибов, по-моему, должно быть настолько много, что я бы уже мог открывать свою маленькую лавочку по продаже всего из грибов. Я бы сделал свой маленький домик. Пришли? Да, я огляжусь. Надо лезть в гнездо. На этом уступе есть что-то, что поможет. Нельзя им просто тетрадку дать или какую-нибудь бумагу, он бы на ней написал бы что-нибудь. Хотя, скорее всего, он безграмотный, но как бы шанс-то есть. Ладно. Ничего себе.
Ну и прыгун, конечно. Ему бы в легкую атлетику идти. Побил бы все рекорды по прыжку. Октагарпи? Да. Угу. Ну пока вроде бы не так уж и трудно. Да, главное подловить на станлок, и там уже можно разваливать спокойно. А, ну все, к тому же их можно еще вот так сбивать. Эй, а как же добивающий прием, там, как фаталити и все такое? Обойдемся без этого? Пепе карты. Здесь их можно будет неплохо продать. Либо скрафтить хоть что-то. Я уж так хочу себе что-нибудь новое. Зачарная бутылка. Нужна эта бутылка. Окей, я тебе поверю. Надеюсь, он меня не предаст, и по итогам мне не придется еще с ним разбираться. Но выглядит он довольно мило. Ну, как бы такой, как, конечно, как жуткое чудовище, но вроде как... Как такой, знаете, маленький волосатый голум. Держи. Если бы голум не был бы хоббитом в молодости, то он бы мог бы выглядеть примерно вот так вот. А кто бы голос запечатался? Молоко! Шишка! Улитка! Кролик! Блин, я думал, сейчас услышу что-то жуткое. Картинка! А у него голос ребенка. Как звучит! Король купил коралловую корону на коронацию королеве Брогги! Завеселился уже. Мои любимые слова. Жить и не слышать божественного. Ниточка каручница. Ниточка карачунницы. Карачунь. Лизать улиток через сукно. Спасибо тебе, славный. Кто бы ты ни был. Прощай и будь здоров. Эй. Погоди, я тебе помог, так уж и ты мне помоги. Ты что? Хочешь превратить в прекрасный акт альтруизма? Конечно, я еще девушку с серыми волосами. Как он заговорил прекрасный акт альтруизма? Блин, мне кажется, еще подобные создания не должны знать таких слов. С утра я вышел, как всегда, сделать кучу. Это мой любимый момент дня. Сижу я, значит, довольный. Эх, как я понимаю, как в конце дрожь. Будет вариант убивать его, нет? Появилась девица, молодая, серовласая, как ты сказал. Она помчалась в сторону детских хат и неслась, будто за ней ведьмы гнались. Я, конечно... Куда она пошла? Если она побежала в сторону приюта, может, опекунша что-нибудь знает? Не, бабушка с чужими... А с тобой разговаривали? Я-то к ней подход знаю. Ладно, подход ты мне знаю. Помог, и я не буду вредить. Наверное, пенсию не воруют, пойдем. Как остальные прохожие. Эх, еще его провожать надо. Давайте пойдем с его скоростью. У нас это займет, наверное, примерно час ходьбы. Ладно, он побежал все же. Решил сжалиться надо мной. О, блин, ну весело. По-моему, мы же уже проходили в этом месте, никого здесь не было. А сейчас почему-то не сработало. Очень обидно, очень. Вот на этом, надеюсь, заработает. Ну, быстрее. Нет, нифига. Я еще думал, легко отделаться. Да, конечно. Отделались легко. Нет. Так, я не знаю. Получил я от кого-нибудь из них урон. Но надеюсь, что нет. Все-таки разрешайте. У меня еще крик выстрела выпал. Блин, сейчас на меня еще убить. А нет, все. Хорошо. На этом моменте надо промедитировать. Так. Да. Наверное, если бы я бы выбрал сложность чуть сложнее, это было бы уже невыносимое мучение. Говорят, игра довольно тяжелая на... Ух ты.
на высоких сложностях. Что это у нас тут? Болт? Нет. А так больше ничего интересного нет. Да, жалко. Ну, давайте. Возьмем болтов. Хоть в следующей драке серьезный поможет. А вот здесь еще можно. Подобрать пару ингредиентов. А вот где-нибудь да пригодится. Быстрее, пацан. Не раздражай меня. Все же ты представитель нечистой силы, а я ведьмак, так что... Это в любом случае довольно странно. Еще косой такой. Ни пол ведьмы не видать. Сейчас спою бабушке. Так. Сейчас бабка покажет свою истинную сущность. Ну, он и поет, конечно. Ты снова поешь? Ощущение такое, что я где-то потерял переход на вторую октаву. Вернусь. Он даже знает, что такое октава. Серьезно. Нельзя тебе здесь быть, Иваси. Не можешь ты сюда приходить. Эх, какое-то слишком умное создание в виде ребенка. Чего ты пишешь, парень? Я ничего разобрать не могу. Все, что я понял, это шло шмаль. Сероволосая девушка. Расскажи мне. Бабусь, ты только не сердись. Угу. Этот индивид очень хочет встретить хозяйку. О, нет. Хозяйки. Это очень, очень важно. Открыть. Давай, рассказывай. А ты... Блин, сейчас эти хозяйки, блин, будут носатые ужасные создания, на которых мне будет неприятно смотреть, и я захочу их тут же убить. Раз уж ты так просишь, поэтому думаю, помогу. Здесь наш диалог с ними будет довольно короткий. А, летучая мышь, как мило. И Васик добрый мальчик, а вот хозяйки его не любят. Паршивы. Что за женщина на гобелене? Хозяйки. Ну, уверен, в жизни они будут менее симпатичны. Всемогущие хозяйки. Они чем-то смахивают на Мойр, где там было 3 предсказательницы, у которых был один глаз на троих, и они его передавали. Как в мифах и легендах в Древней Греции. Это я хотел с вами я поговорить. Я знаю, что вы встречались с сероволосой девушкой, которая... О, какой ретивый. Может, он любит только сероволос? Что с ней стало? Значит, вы встречались. Ага. Расскажите мне все. Прямо в лоб? Может, и к лучшему. А мне интересно, а если я бабке скажи, голову отрублю, они ж не смогут как бы общаться с миром. Уж я как проводника не будет. Тяжкие времена настали, белоголовый. Человек пошел на человека. Землянка. Интересно. Просто скажи мне информацию, да я пойду. Чёртова предсказательница. Темная сила? Вам нужен рыцарь или охотники за колдуньями? Староста деревни Штейгеры тебе все расскажет. О, ну блин, меня опять посылают непонятно куда. Теперь наша служанка даст тебе... Зачем мне стилет? Хороший вопрос. Стилет? Покажешь стилет, и староста поймет. Ага, окей. Договорились. А драться-то я этим стилетом смогу? В принципе, мне он нравился, он как клёвый такой маленький кинжал. Когда выполнит. Ну ладно. А если я, допустим, порву гобелен, то... Что у нас получится? Угу. Вот тебе стилет. Хозяйки велели тебе дать. Даю. Блин, она как будто кальян покурила, ее IQ стал минус 2 после разговоров. А, через этот гобелен.
с Ведьмаком. Да. Видимо, на почве всего этого аутизм развивается. Ух ты. Руда темного железа. Найс, найс, смотрите. Потихоньку собираем нужный артефакт. Так, что тут еще есть? А, вон еще ведро какое-то. Алкогест. Просто столько всего непонятного, и где это применяется. Наверное, до меня дойдет неизвестно когда. К концу игры я буду разбираться во всем этом совершенстве. В скобочках нет. Так, погодите. А здесь что? Здесь жертвоприношение уже проходит. Жуткая вещь. А что вам сказать? Да. Здесь не самое приятное. Медведя порезать зачем? Бедного Потапыча. Ну, ведьма. Что с них еще взять-то можно? Так, далеко ли мне бежать? 200 метров. Куда именно, может, вплавь придется что-то преодолевать? Нет, вообще довольно близко. Вообще я хочу в какой-нибудь подобный город съездить. С другой стороны, мне нужны деньги, чтобы зарабатывать, чтобы нормально закупиться шмотками. А ради этого надо будет выполнять всякие сайд-квесты. Кстати, вот, допустим, где проходят скачки? Мне просто интересно. Ну да, немного не близко. Ладно, хорошо, тогда сейчас выполним этот квест хозяйки леса. А там посмотрим. Там посмотрим. Все же думаю, хоть часть сайд-квестов надо будет выполнить. Ибо деньги очень нужны. О. Топчину бежит мамаша, справляться, конечно, можно без особых трудностей. Орудую одной рукой. Ну, конечно, как. Ладно, трудности я, конечно, не подозреваю, то, чтобы вообще не получать урон. Но все же. Мозг купаться. Очень полезная вещь. Я вообще хотел здесь растения собрать мышь хвост. Все, поскакали дальше. По болотам, по лугам. Так, мне кажется, да, здесь я уже явно проходил. Между березок пробегать. Идиллия, просто настоящий рай. О, бандит. Бандит-то это я люблю. Упс, это что-то странное. Прям вообще странно. А, мгла какая-то. О, что за красная дымка? И они как-то не так легко разваливаются, как обычные бомжи, которых я встречаю на дороге. А, хотя ладно, видимо показалось. Так, а знак арт вообще на них работает по-странному. А нет, нормально. Ну, сейчас будем щит ломать. Блин, как же он нелепо дерется топориком. Все же анимации чисто все заточены на меч. И хоть здесь можно пользоваться и булавой, и топором, и чем-то подобным. Насколько же это выглядит странно. С другой стороны, всегда можно сказать, ух ты,
то, что она это ведьмак, у него такой стиль. Ё-моё. Не повезло, не повезло. Особенно этому парню. Так, ну, беллинские мечи. Кстати, как забавно парню вот этого. Так он любит березки, что даже ногами перед смертью их обдил. Идиллия же. Так, я вот что-то сквозь березы не пролазил. Плотва убежала от меня, но окей. Как хочешь, я не наседаю. О, несколько объявлений. Здесь можно, как всегда, забрать все и сразу. И поговорить со старой. Мое почтение. Ах, что тревожит людей в деревне? Приятная деревня. Похож на настоящего украинского атамана. Неудивительно, что он стал старостой города. Ну так, а от зимы... Узнаешь стилет? Стилет, кстати. Больше на обыкновенный кинжал похож. Мне казалось, стилет они именно более вытянутый и менее заостренный. Ну что ж, мы понимаем друг друга. Ты знаешь, кто меня прислал. Хорошо, так будет проще. Угу. Вы уж простите меня. И часто вы пользуетесь их помощью? От самого пострижения каждой в их власти. Нас и заботятся. Возьмёк, суровый хозяйственный страх справедлив. Эх, что вы им жертвы но приносите? Вот они для вас хорошие. Кто разогнал моровое поветрие? Кто дал зерно для посева? Перейдем к делу. Я должен помочь тебе. Рассказывай, что война пробудила это как старую силу. Всегда такое. Мы тебе, конечно, расскажем информацию, но ты сначала квест выполни. Кошмары снялся в ночи наяву. Классика. Люди спящими выходят из дому и не возвращаются. Под деревом на шепчущем холме лежат непогребенные. Отцы, сыновья, дочери, матери. Люди их тронуть боятся. Люди троллить боятся? Вот туда я просто ушел. Надо бы напрогнать. Темная сила. О, в этом я пожалел, в этом я шарю в темной силе. Они все знают. Установим тут же даем. На самом деле, мне кажется, то, что ведьмак прям, на самом деле, очень много в его образе позаимствовано из именно образа джедая. Со всеми этими фишками, типа, там, уговорами торговцев и всем таким. Чем-то как бы в книге это так в глаза не бросалось. Ну как, мне кажется, в книге, конечно, я думаю, такой референс не подразумевался. А в игре все же это более заметно. Так, что ты? Кто-то мне может предложить? Покажи мне свои товары. Покажите. Угу. Я, конечно, понимаю, то, что тебе вряд ли нужны мечи, но как бы... Почему бы и нет? Что я тебе прям кашлять начал сильно. Мне всего 3 кроны стоит, вы серьезно? Блин, ты чего же дешевый? Я понимаю, мне что ли смысла даже коллекционировать нет? Что-то даже для продажи они бестолковые. Так, ладно. У тебя что-нибудь есть? Наливка из мандрагоры. Ну, кажется, ничего у тебя нет. Вот, как я понял, мне еще нужно научиться играть в гвинт или что-нибудь такое, чтобы зашибать деньги с бедных крестьян. Так, узнать, что убивает крестьян и Штейгера. Для этого мне снова надо будет бежать опять в топе. Бред какой-то. Бред. Так, ладно. Поучаствуем, я думаю, в скачках, там, выполним один сайт-квест, да, я думаю, охоть стрим, он продлился как раз около 2 часов, такой, короткий стрим, поиграли Ведьмака. Ага,
Так, теперь... Ну, замок сломится. Туда и отправимся. Так, заодно здесь можно травы немного минировать. Замок вронится. Конечно, на стриме, наверное, тяжело будет пройти всего Ведьмака. К тому же я уже начал тут с какого-то момента. К тому же я буду играть без стрима. Поэтому... Может, буду подрубать так периодически, как с Fallout'ом. То есть, как бы просто я играю в игру и в какие-то моменты могу запустить стрим. По-моему, неплохо. Мне такой формат, как кажется, довольно удобным. И для меня, и для зрителей. Ну, по крайней мере, как мне так, как мне кажется. Возможно, я и ошибаюсь. И делать такие, знаете, полновесные стримы, где я полностью прохожу игру и играю мне только на стримах. Ну, с другой стороны, такой формат мне не очень удобен, потому что он все же больше подходит для таких, знаете, фулл-тайм стримеров, которые стримят довольно часто. Ну, давайте. Мы можем поговорить? Можем, только коротко. Я рад. Устраиваюсь. Похож на монаха. Такой, знаете, как бы поп, который периодически устраивает забеги. Просто приходи. Окей. А, вот и ты наконец. Правила простые. Выбираешь соперника, с кем хочешь держать заклад. Делайте ставки, потом скачете. Туда и оттуда. Кто первый, тот и молодец. Кто? И с кем ты хочешь гоняться? С матюхом Заикой, с Гансом Железным Бузом или с Черным Богданом? Я бы выбираю Черного Богдана. Давай... Максимальную ставку. В этот раз я прокачусь с черным. Это правда. Прокать. Ну, выкладывайте ставки. Так, ладно, сейчас я надеюсь, все пройдет удачно, и я не потеряю на этом деле 50 крон. Блин, ну эти деньги мне очень бы пригодились. Очень бы пригодились. Я так думаю, блин, если прям постоянно участвовать в качках, это ж прям золотая жила. Но думаю, ничего не бывает так легко. И сейчас просто все будет невыносимо трудно. Этот черный Богдан там, не знаю, ускочит от меня за полсекунды. Извините, но... Мне кажется, игра у вас немного сломалась, парни. Это очень забавно. Это очень забавно и безумно странно. Я хочу на стриме это еще раз посмотреть. В поисках ведьмы, с которой так не получилось. Случилась размолвка, Геральт встретил старую знакомую. Да, придется еще раз посмотреть ролик. Но, блин, это было очень странно. Надеюсь, сейчас такое не повторится. То, что я упаду с неба в ближайшей деревне. Ну, вернее, опять же, деревня даже не ближайшая, я оттуда запостреблился. Зато туда добралась дикая охота. Поэтому это вообще очень странно. Когда казалось, что все пропало, Кейра навела ведьмака на новый след. Ну, давай. Да, понимаете, загрузки очень долгие, но все же. Можно же хоть чуть-чуть побыстрее. Вообще, ну, допустим, на стриме было бы клево, допустим, пройти какой-нибудь из DLC, но мне не хочется играть в DLC, пока не пройдена основная часть игры, поэтому пока проходим ее. И, как я понимаю, первым DLC было Каменные Сердца, вторым Кровь и Вино, но вот Кровь и Вино, говорят, более клевое. И как-то у меня прям так душа к нему больше лежит. Тут плюс еще входит в данный сет игры 16 различных дополнений, которые я не знаю, в чем выражаются. Эх. Ну ладно. Так, во-первых, мне хочется посмотреть, сколько у меня денег. 114 крон, окей. Да, это довольно мало, но... Что поделать? Попробуем сейчас приумножить, посчитать в полтора раза общую сумму. Давай, ведьмак, потому что у нас супер бегун на длинные дистанции.
сапоги промочили. Так, я, пожалуй, вот перед этим моментом теперь сохранюсь так основательно. А то, надеюсь, такое больше не повторится, а то как-то прям, ну, совсем неудобно. Мы можем поговорить? Можешь, я рад. Давай, Евгений. В этот раз просто для выбора выберем заикающегося парня. А, вот и ты, это такая прям ирония с матюхом заикой. Потому что как бы я тоже заикаюсь, поэтому... Давайте. Ну, как... Ай, блин, эй, я хотел другую. Ну, выкладывайте ну, стоп. Ну и мразь. Как-то прям даже обидно стало. Мне кажется, он... А, все, сейчас все прошло нормально. Ну, лошадь. Не тупи. Я должен победить скачка. Так, а магией я могу пользоваться? Ну и бочки. Что за фейл? Что здесь делают бочки? Так, что там? Он тоже как-то замешкался. Поэтому у меня появился шанс вырваться вперед. Так, лошадь чуть-чуть отдохнула. Вперед, вперед, вперед. Пожалуйста, нет. Я не могу проиграть этому личу. Давай, 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 давай. Из последних сил. И мы вырываем эту победу. Нет, еще не вырываем. Последний, последний, последний рубеж. Давай, блокировал. Найс, найс. Ну прям, как короли. Только жалко, то, что всего 26 крон поставили. Ну вот это... Славно. Видать, ты не только в чудищах разбираешься, но и в лошадях. Вот твое золото. Ну, как бы мне прям понравилось. Понравилось, да. Еще поскачет. Хорошо. Заработали деньги. И, опять же, ставка была очень маленькая. Эх. Ладно, ладно. Может так пообузить и набрать себе побольше денег, в принципе. Почему бы и нет? Почему бы нет? Опять же, всем спасибо, кто смотрел. Как я уже говорил, провели сегодня небольшой стрим. Ага. Кажется, это все, что я хотел сказать. До новых встреч и пока-пока.